Безмилой, безмилой, мне жизнь не мила. «Принцесса и трубадур» на сцене культурно-досугового центра «Первомайский» – это выпускной спектакль школы искусств Ивантеевки. В спектакле по мотивам бременских музыкантов задействованы 12 артистов, подростковая группа театрального отделения и вокальный ансамбль старших классов Ивантеевской школы искусств. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Сроки поджимали, но мы смогли. Были какие-то разногласия, были какие-то недочеты, но мы справились, и у нас много получилось на самом деле. Как я считаю, что работу мы проделали такую же огромную, как над первым нашим спектаклем «Праздник непослушания». Вот тогда у нас появился первый опыт мюзиклов, и поэтому не так было трудно хотя бы делать этот. Да, конечно, сроки очень малы, потому что мы где-то начали делать этот мюзикл с ноября и до сегодняшнего времени. И я считаю, если бы не наша командная работа и не создатели этого мюзикла, то, я думаю, у нас бы ничего не вышло. Мюзикл – это либо опера, либо оперетта. Здесь у нас ближе к ревю. То есть спектакль с какими-то вставными музыкальными номерами. А что касается мюзикла, да, это сложно. Школы мюзикла, как таковой, в нашей стране пока еще нет. Она только-только начала формироваться. Ночь пройдет, пройдет пора. Режиссер спектакля – педагог по актерскому мастерству школы искусств Николай Токарев. Поставить бременских музыкантов было для него мечтой детства. Хореограф постановки – заслуженный работник культуры Московской области Камила Лазарева. Музыкальный руководитель – Анна Северова. Премьерные показы спектакля в Ивантеевке состоялись в мае и в июне. Я хочу поздравить всех и присутствующих, и труппу, ребят, которые в замечательной такой школе учатся, всех преподавателей. Вы знаете, я получила такое удовольствие колоссальное. Потрясающий спектакль. Хочу сказать огромное спасибо режиссеру, всем, кто принимал участие в постановке данного спектакля. Дети, большие таланты, огромные. Колоссальные эмоции, неимоверное удовольствие, коллективный дух. Все просто замечательное. Проведение мероприятия на высшем уровне. И вообще я каждому желаю испытать такое. Спектакль, как они искали принцессу. Нам очень понравилось. Мы сейчас только рассуждали на эту тему. Я говорю, наверное, впервые. Мне так понравилось, что я... Ну, сидела, как ребенок, просто смотрела, хохотала, и все. Очень понравилось. Нам очень понравился замечательный такой спектакль, мюзикл. Мы с удовольствием смотрели. Лично я ощутила себя в глубоком детстве. И наши ребята, выпускники школы искусств, и все остальные герои, которые помогли нашим выпускникам, ну, просто замечательно сыграли. Нет слов. Все, что вы сегодня видели, это очень трудно. И надо действительно отдать должное педагогам, режиссерам, всем-всем. Вы не представляете, что такое вообще жанр мюзикла. Мы же его так понаслышке, да? А вы представляете, с детьми, как трудно работать. Как трудно добиться от них интонации. Чудный спектакль. Чудный спектакль. Он сделал великую вещь. Я считаю, что если дети будут приобщаться к музыкальному жанру, к театру, это очень поднимет нашу культуру. Самое главное – это реакция зрителей и, естественно, полный зал. И то, что было в самом конце – это самый главный показатель, которым должен гордиться и режиссер, и вся постановочная группа. Некоторые думают, что любовь сильнее дружбы. Они забывают, что дружба и любовь неразлучны. Постановка «Принцесса и трубадур» стала обладателем гран-при 3-го фестиваля конкурса «Театральный город» в номинации «Музыкальные спектакли».